Но что стоит за понятием «зрелище в спорте»? Борьба, скорость, новые рекорды. Все это невозможно, в первую очередь, без хорошей физической формы и подготовки. Какую роль здесь играют БАДы? Для ведущих спортсменов это значимая помощь в достижении хорошего результата. Для обычного человека – шанс поддержать здоровье. Биологически активные добавки становятся все более важной частью жизни человечества, а их производство давно стало прибыльным бизнесом. Где и как в Беларуси делают БАДы и спортивное питание? Эксклюзивная рубрика «Панорамы». Всем наука. Прямо сейчас. Они делают людей сильнее и здоровее, если произведены и употребляются правильно. Миллионы жителей Земли используют их каждый день, и кто-то зарабатывает на этом миллиарды. Это не лекарство и не еда. Что-то среднее, без чего многие современные люди не могут жить. Вы знаете, у нас, наверное, культуры нет применения БАДов. Вот я так думаю. Потому что ведь БАД – это не лекарство. В Японии там вообще 3 раза в день должен человек принимать БАД. Утром один, днем второй, вечером третий. Это поддерживает нормальное функционирование организма человека. Биологически активные добавки употребляются с пищей или вводятся в состав продуктов. Используются для оптимизации обмена веществ, улучшения состояния органов и систем. Проще говоря, помогают любому организму функционировать нормально. Современному человеку трудно обойтись без БАДов, хотя из-за большого количества контрафакта, особенно в 90-е годы, у некоторых людей возникает негативная реакция при слове БАД. Многие люди, особенно девушки, по незнанию боятся принимать пищевые добавки, потому что думают, что будут перекачанными бодибилдерами, либо же считают, что это ненужная химия. На самом деле нет, это все... Ну, можно сказать, натуральные продукты, которые необходимы нашему организму, это белки, углеводы, жиры и микроэлементы. Марина Арзамасова – одна из лучших легкоатлеток мира. В 2015-м на чемпионате мира она совершила чудо. Победила в одной из самых престижных дисциплин – беге на 800 метров. Фантастический успех был бы невозможен без подпитки организма извне. Не путать с допингом. На таком уровне важны не только тренировки, но и качественное восстановление. Мы теряем все-таки очень большое количество и энергии, и сил. Нам нужно сразу восстанавливать наши мышцы, потому что после тренировки сразу же происходит такой распад, и, образно говоря, наш организм съедает наши мышцы, нужно сразу же восполнять запас белка и углеводов. Мировой рынок биологически активных добавок огромен. Конкуренция сумасшедшая. При этом до сих пор хватает фальсифицированной продукции, которая не поможет, а, возможно, навредит человеку. В некоторых странах наличие на рынке БАДов допускается без сертификата качества. Сопровождают продукцию сертификатами качества и планируют выйти на американский рынок. Институт физико-органической химии Академии наук производит биологически активные добавки, уникальные не только для Беларуси, для всего постсоветского пространства. Сюда заливается исходное сырье, происходит химическая реакция. В результате этой химической реакции мы получаем вещество вот в таком кристаллическом виде. В Институте физико-органической химии, кроме БАДов, производят и спортивное питание. Контроль здесь на каждом этапе. Работает специальная аналитическая лаборатория. Наши добавки закупает российский геронтологический центр. Получаются продукты, которые в первую очередь являются безопасными. Второе, они действительно работают. И третье, они конкурентоспособны по цене. К нам приходят, интересуются в том числе и так называемые оптовики, которые имеют уже свою сеть продаж и которые, в общем-то, способны при условии достижения взаимовыгодных условий реализации того или иного продукта обеспечить серьезные рынки сбыта. Вот, например, в наш институт поступила заявка из Соединенных Штатов Америки. Там профессиональная команда, компания, которая занимается дистрибьюцией вот подобного рода продуктов, она проявила интерес к нашей продукции. Это направление перспективно и для белорусской науки, и для экономики. На БАДах и спортивном питании можно заработать, продавать субстанции или готовый продукт. Не имеет значения. Важно, что с качеством все в порядке. Мы можем субстанции выпускать по бизнес-плану, который мы делали, до 5 тонн в год.
То есть вы понимаете, что это огромное количество. А в БАДах ведь небольшие дозировки идут. Ну, спортивное питание больше. Ну, мы как бы спрос, который у нас есть, ну, в общем-то, мы его удовлетворяем. Актуальность и значимость разработок института сегодня трудно переоценить. Ведь это в первую очередь здоровье человека, а значит, наше будущее. Немаловажно и то, что на этом рынке фармпродукции Беларусь способна обеспечить себя сама.